Отвеченная пуцелем так. Огромный шаг, огромный шаг. Детских пушка поймала кровать. Не люблю пошлости этим мешать. Очень стояло. Всем привет. Сегодня я покажу, как скачать и установить Vegas Pro 18 версии в 2021 году. Итак, скачиваем архив. Ссылку я оставлю в описании. Заходим в архив. Извлекаем папку. Рабочий стол или куда вам угодно. Заходим в папку с программой. Видим два файла. Это файл установки и кряк. Соглашаемся с администратором. Выбираем английский. Далее. Поставим галочку на верхнюю строку. Далее. Выбираем диск, куда вы будете устанавливать программу. Итак, создаем папку. В данном случае я создам папку. Назову папку Vegas 18. Окей. Так, если только создать ярлык на рабочем столе, я создам. Вы можете по желанию. И нажимаем установить. Итак, вот у нас установилась программа. Теперь нажимаем на папку «Кряк». И вот эти два файла переносим в папку с программой. Обязательно делайте замену. Копируем, вставляем. Вот теперь вы можете пользоваться программой. Продемонстрирую вам, что она работает. Вот, программа полностью чиста, без вирусов и с лицензией. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересных роликов. В следующем видео я покажу, как настроить и монтировать видео. Всем пока. Лайк поставь, салам, и подпишись. Если не подписан, значит лайк поставь. А лайк поставил, значит подпишись.